Рассказ Николая Николаевича Носова «Фантазеры» оказал на меня большое впечатление, хоть он и не произвел такого же успеха, как «Незнайка». С данным рассказом меня познакомил мой старший брат в детстве, как он в целом и привил мне любовь к чтению. И именно об этом рассказе и пойдет далее речь. В рассказе присутствуют четыре главных героя – Стасик и Мишутка, большие выдумщики, Игорь, соседский мальчик, и Ира, младшая сестренка Игоря. Основной сюжет рассказа держится на двух мальчишках – Стасике и Мишутке. Они лучшие друзья и постоянно соревнуются в том, кто круче всего выдумает какую-нибудь самую невероятную историю. Когда-то Мишутка рассказал о том, как на него напала большая акула и откусила ему голову, и теперь он ходит без нее и ждет, пока вырастет новая голова. А Стасик, услышав эту историю, решил не отставать. Он рассказал о том, как однажды слетал на Луну, но вот только ничего не смог там разглядеть, ибо летал-то он во сне. Вот вы все врете, да бестолку. Вот я вчера соврал, мне это зову польза. Вчера вечером мама и папа ушли в кино. Мы с Леной остались дома. Лена легла спать, я залез в буфет и съел полбанки варенья. Потом, понимаешь, думал, как бы мне не попало. И придумал. Мама приходит, спрашивает. Варенье съел. Я говорю, не знал. Мама посмотрела, а у Ленки все губы варенье. Утром мне эта мама попала, а мне мама еще варенье дала. Вот и польза. Главная мысль произведения заключается в том, что можно и нужно фантазировать, а вот обманывать, подставляя других людей, это крайне подло. Именно этому в свое время меня и научил данный рассказ.